Виктор, доброго дня. Расскажите, как ваше настроение? Замечательно. Замечательная выставка, все хорошо, все прекрасно. Расскажите, какую компанию или услугу вы представляете? Я представляю мультибрендовый магазин «Умная посуда», но сюда мы приехали с одной целью. Мы рекламируем торговую марку «Happy Call». Это южнокорейский производитель. А что производит Посуда для приготовления пищи, сковородки, кастрюли и так далее. Почему называется «Умная посуда»? Потому что мы работаем только с компаниями, которые делают по-настоящему умные и хорошие вещи. То есть в данном случае наши кастрюли и сковородки имеют очень замечательное покрытие, очень интересные двухсторонние сковороды и вакуумные кастрюли. Каким образом вы вообще отслеживаете тренды на рынке и принимаете решение о том, что вы будете внедрять в производстве там, в той или иной коллекции? Мы не внедряем производство, мы это покупаем у других брендов, да, каких-то хороших. Но вообще чаще всего это личное пользование, то есть все мы проверяем и потом делаем выводы, делаем какой-то анализ рынка и после этого поставляем себе магазин. Приходится ли вам каким-то образом подстраиваться, скажем так, под спрос потребителя? Конечно, конечно. И в мире посуды есть какие-то тенденции модные, то есть в какой-то момент появились всякие гранитные и прочие каменные, но мы все равно остаемся при своем мнении. Есть ли у вас какие-то специальные ожидания, на которые вы ориентируетесь, посещая эту выставку? Да, конечно, мы ждем новых клиентов, как оптовых, так и розничных покупателей. Мы ради этого сюда приехали. Ну, я желаю, чтобы ваш клиент вас нашел, чтобы 3 дня, которые вы проведете здесь, прошли для вас максимально продуктивно, и, конечно же, чтобы новые клиенты пополнили ряды постоянных партнеров. Спасибо вам большое, и вам тоже удачи и всего хорошего. Спасибо.